Экспедиция по семейному сообща продолжает свое гостевое путешествие по семьям сел Новопавловка, Кулешовка и хутора Меклита. На этот раз глава новопавловского поселения Лариса Склярова и ее верные помощники приехали с самоваром в гости к прекрасным хозяевам села Новопавловка Ольге и Сергею Рыбалко. Уж очень красивые розы цветут на подворье. За большим столом собрались члены семьи Рыбалко. Гости на свежем воздухе наслаждались благоуханием цветов и тепло общались. Как принято на Кубани и у нас в районе, без народных песен не обходится ни одно семейное торжество. Цветущее подворье семьи Рыбалко не раз становилось победителем конкурса «Цветущее поселение». Сергей и Ольга Рыбалко второй раз подряд занесены на доску почета новопавловского поселения за благоустройство придомовой территории.